привет, друзья! Сегодня мы поехали в село Джигинка. Давно нас просили снять это село, и не один человек интересуется. Ну, Джигинка тоже относится к городу-курорту Анапе. Село это небольшое, где-то около 5000 человек население его составляет. Вот мы будем въезжать в него со стороны села Юровка. Юровка находится, оно на перекрестке всех дорог, очень удачно, можно сказать, да? Это направление на Крым из Новороссийска в Крым и из Краснодара тоже в Анапу и в Крым, пожалуйста. Значит, село это старинное, да? Лютеранское поселение какое-то тут было еще в 1868 году. Да, немецкая колония, еще 100 лет назад здесь 80% населения составляли немцы. Вот. Ну а в настоящее время, может быть, процентов 5. Вот особенность Джигинки, что она стоит вдоль трассы, и заезд в нее и выезд только один. Вот этот вот, через железнодорожный переезд. И пока здесь ходит, ну, летом, немного поездов, а в будущем обещают, я не знаю, может быть, врут, конечно, до 90 поездов будут ходить в Крым и на Тамань. То есть открывается не только Крым, пассажирские перевозки, грузовые, но строится мощный, мощный морской порт в Тамане, куда будут возить, значит, и удобрения, возможно, уголь, там, зерно и все прочее. Вот здесь располагается завод строительных материалов. Первомайский разрез традиционно, значит, сюда возил керамзит, и здесь ляпали всякие разные блоки, все прочее. Не знаю, он до сих пор, наверное, работает? Вот, конечно, судя по трубе. Да? И он, конечно, загрязняет экологию, что греха таить. И кроме этого завода есть тут промышленность. Промышленности, что тут еще есть? Производство. Вот, производство. Здесь предприниматель, наш земляк, родился в Кемеровской области в поселке Яшкино. Вафли вы, наверное, все видели. Федор Евгеньевич Денишогла, он держит здесь ферму. Ферму 1500 голов, доит молоко. И из для того, чтобы реализовать молоко, лучше поставил молочный завод. Делает молоко, кефир, сметану, масло, не знаю, делает, не делает, наверное, делает тоже. Молочный завод. Что тут еще? До недавнего времени предприниматель тут держал подсолнечный завод, жал масло, ну, да, оборудование у него было устаревшее. Поэтому он проиграл конкуренцию, потому что современные эти самые всякие разные. Вот, вот это вот здание клуба. Раньше здесь была немецкая кирха. То есть немецкие колонисты именно основывали село, была кирха. И вот таким вот образом ее переделали под клуб. Ну, в стародавние времена, наверное, в советские, когда церквей не было. А православная церковь там наверху, она вроде как сама по себе была построена. Друзья. Привет, друзья! Привет! Сегодня мы приехали в село Джигинку и хотим вас познакомить с Валерием Андреевичем. Давно вы живете в этом селе? 42 года, 76 года. 42. Сейчас чем занимаетесь? В данный момент у меня был свой бизнес 20 лет. Выпускал, у нас в 2004 году выходила газета «Джигинские вести». Я там активно участвовал, 5 лет я вообще ее спонсировал. Когда я кучеряво жил, что называется, все это рухнуло, но дело не в этом. А сейчас, вот, до пенсии, в охране. А я приехал сюда с Казахстана, но до 22 лет я успел поменять три города в Казахстане, отслужить срочную службу в группе советских войск в Германии. Но сейчас чувствуете себя именно... Джигинцем. Еще каким? Я когда сюда приехал, мне не было даже 22 лет с копеечками.
Никогда не думал, что как тут могу прожить всю жизнь. Ну, та Жигинка была другой, не такая, как и она, кстати, тоже. Чем была? Не такая, как сейчас. Такая. Ну, было две улицы, три этих новостроек. Не было, конечно. Валерий Андреевич, вы в совхозе работали, да? То есть был совхоз России. 18 лет. Кем работали? Водителем. Всего-навсего. А потом какой-то бизнес затеяли? А когда вот все, я работал в совхозе, потом в КСМе, вахту на автобусе возил, а потом начал с того, что начал продавать в хуторе Чикон. Была пекарня, там много было по району. Чикон, там такие хорошие батоны. Я там брал батоны, сюда привозил, и там с багажника машины продавал. Ну, дальше больше, и называется, вошли во вкус. Регистрация, поликлиника. Поликлиника. Стационар там есть дневной. Ага. Ну вот дом культуры шикарный, так. Спортзал рядом. Там. Отдельное здание спортзал. Оно примыкает. Оно, так сказать, к этой церкви, к этому клубу оно достроено было лет, наверное, 30 назад. Это развязка, виадук такой, развязка вроде дорожная стоимостью 1 миллиард рублей, чтобы дорога вот из Краснодара Новороссийска безупречно народ сворачивал в Анапу или в Крым. На Тамань, да. Вот это вот и все. Без заезда. То есть Джигинку никак это не задевает. А что, Джигинка располагается на берегу старого русла Кубани? Совершенно верно. Да? Так называемая Кубанка, это в народе Кубанка, а описали там название Старая Кубань. Старое отопление можно не забыть. Это уже, так сказать, пошло в историю. Ушло в историю. Ну, за ней стали следить, ее стали, наконец, чистить время от времени. Народ сообразил, что сами гадят туда, русло. А так вода там нормальный дождик, просто вода уходит. Ну, по этой же речи. Как у вас улиц много заасфальтировано? Почти или? Все, не считая новостроек. Ну, старые имели в виду все. А газ много во многих домах? Газ? Какой примерно? Старые районы везде. До Анапы. Анапа как далеко? 25. Автобус ходит из Анапы. Маршрутка, да? Сколько? Можно уехать на чисто джигинской маршрутке. Юровка, Анапа, Разнокол, Анапа, Черный хутор, Анапа, Чикор, Анапа. Много проходящих. А вот эти маршрутки из хуторов, они заезжают прямо в Джигинку? Нет, на трассу надо выходить, да? Надо выходить на трассу. А на трассу можно всегда выйти, потому что пешеходный переход есть над железной дорогой. И вот чем хороша Джигинка, вот с нашей Джигинки можно уехать хоть в Темрюк, хоть в Анапу, хоть в Краснодар. Встал на перекрестке. А вот с той же Юрки уже проблема, надо... Ясно. Так, уточните, до Краснодара сколько километров у вас? Я то ездил 1000 раз, если, допустим, от моего дома до Краснодара, ну, 30 с небольшим, 130 с небольшим. 130, а до Тамани? Я всегда, вон даже остановка старая сохранилась, там в советских времен написано Керчь, 71 километр. 70 километров, Славянск, 70 километров. Новороссийск, 70. Все, отличное место расположено. Так, а что с работой в Джигинке? В самой Джигинке? Да. Да, если только не считается совхоза, то и нигде больше. Ну тут эти где участники делают блоки, тротуарную плитку, ну такую ханитель. А так все в Анапу, ну кто куда. В основном в Анапу, конечно. Ну опять же по сезону. Ну или магазины, заправки, да, так больше особо негде работать. Сфера обслуживания. Сфера обслуживания, да. Особо негде, не разбежись сюда. Это что, это не... Валерий Андреевич, ну вы тут 40 лет живете, 42 года в Анапе, в Анапе, в Джигинке. Ни разу не хотели сменить место жительства? Нет, вы знаете, нет. Вот что-то я прикипел. Вот после беседы обстоятельной с Валерием Андреевичем поехали еще показать вам улицы. Улицы и храм красивый, говорят здесь. Аптека, обувь, магазины, шторы и все такое. Вон, кстати, молочный заводчик. Молочные продукты фирменные из своего молочного завода. И вот он, молзавод. Вот детский садик. Один из двух детских садиков. Очень даже симпатично. Экологическая тропа даже есть у детей. Интересно.
пешеходам проще перейти по пешеходному переходу вот этому над железной дорогой и оказаться на трассе и в любую сторону уехать на автобусе, которые останавливаются. Вот храм православный, да, большой, красивый. Надо же, 5000 населения, даже меньше, такой храм. В Гастагаевской 15000 и такой маленький, неказистый, переделанный из жилого дома. Вот обычная улица. Аккуратная, заасфальтированная. Раньше здесь был совхоз «Россия», улица Октябрьская. Не знаю, возможно, кто-то увидит тут следы, то, что жили немцы более аккуратно, что ли, не знаю. Улочка небольшая, но какая-то компактная. Узкая деревенская улица, но отличается от деревенской хорошим асфальтом. Две машины, конечно, еле-еле разъедутся, но это повсеместно в сельской местности. Что-то какая-то промзона. Может быть. Вот еще с одной стороны. Сбербанк, банкомат. Проехали мимо церкви. Поедем по другой улице, снимем. Двухэтажные дома. Квартиры, наверное. Балкончики застекленные. Администрация здесь, наверное. Памятник погибшим. Еще двухэтажные дома. Как говорила одна из наших подписчиц, небоскребов нет, откуда они тут будут. Но школа, полная вот 11-летняя школа. Так. Школа номер 19. 19-я. Но много у них тут двухэтажных домов. Гастагаевская поменьше, по-моему. Да, Гастагаевская тоже есть, ты просто не заезжала туда. Есть такие. Может быть. 4-8 квартирные. Улица 4. Октябрьская называется, на которой школа стоит. Вот красивое дерево нравится мне. Где-то тут в Джигинке есть двухэтажный 8-квартирный дом, который называют дурдом. Дурдом. Но я думаю, от того, что, наверное, давали молодым специалистам там квартиры. И, конечно, они, наверное, бесились специалисты, которых направляли по распределению. Вот. Но в Гастагае тоже есть улицы, где стояли 4-квартирные дома, одноэтажные, такая кишка на 4 квартиры. Она называется Шалопаевка. Шалопаевка. То есть малометражные квартиры раздавали. И тоже, наверное, молодежь там бесилась, устраивала. Вот второй детский садик. Колосок. Ну, очень симпатично, как-то аккуратно все. Нет, гораздо больше у них двухэтажных домов, многоквартирных. Что ты мне говоришь? Целая улица. Вот едем и едем. Целая улица, да. Все утопает в зелени, естественно. Климат здесь очень хороший. В отличие от соседнего, например, села Юровка, почему-то здесь гораздо больше солнца и меньше туманов. Все здесь растет и колосится. Ну, наверное, влияет вот русло старой Кубани, вполне возможно. Может быть. Какие-то. Везде здесь газ, вот на, по крайней мере, в старом центральном вот этом вот районе, как бы в старой части села, все здесь газифицировано. Про землю мы спрашивали. Ну, а что-то мы не увидели ни одного объявления о продаже. В старой части, значит, не продаются. Поедем в новую. Земля, наверное, так же, как в Гастагаевской. От 100 тысяч за сотку. Один риэлтор нам сказал, 350 тысяч сотка. Не знаю, это где это, что за 350. Таких цены и в Гастагаевской нету.
Сейчас найдем новые районы, которые застраиваются. Корова стоит вон на обочине, пасется. Так, вот небольшая улица. Вот нового типа дома. Нет, тут, похоже, тоже уже старые улицы, все застроено давно. Осенизаторская машина, ну понятно, канализации же не может быть в селе. У всех септики. Улица новая. Называется новая? Да, но это еще в совхозные времена. А, в совхозные новая. Времена, да, новая. Сейчас, конечно, она старая. Другая улица. Знаешь, что мне кажется? У них гораздо более компактнее улицы, уже, чем в Гастагаевской. У нас как-то просторнее, шире. Больше у нас вот эта территория между дорогой и домами. Тут, да, придомовая территория. Да, тут больше, близко, да, настроено, как в садоводческом товариществе, я бы сказала. Это улица Комсомольская. Да? Наша. Компактно очень настроено. Может, это в немецком стиле так строится? Экономно. Ну, вот какая-то малюсенькая улица, да, смотрите. Вся асфальтированная. Хороший асфальт причем. Тоже ведь старая эта улица. Ну, домики-то да. Какой постройки? Года, не знаю, 60-го, 70-го. То есть мы едем перпендикулярно от железной дороги. Да, как бы удаляемся от железной дороги. Заехали мы в районы новые. Бьем машину на колдобинах неасфальтированной улицы. Все для наших подписчиков. Чтобы показать Джигинка во всей красе. Вон там новые дома. Так, мы, наверное, сейчас справа поедем. И там по более удобоваримой улице доберемся. Этого района. Вот новые дома. Строительства много. Смотрели мы цены. Старый дом, например, 60 квадратов на 7 сотках можно купить за 2 миллиона. Новый дом, как он, дуплекс его назвали, или как? 1 700 000, причем где-то, сколько мы насчитали, 90 квадратов, что ли, за 1 700 000? Да, полутораэтажный, 3,5 сотки участок. Ну, считай, его нету участка, так, для цветничка. Ну, а вот улица, совершенно новой линии электропередач и целая улица строящихся домов. Как нам сказали аборигены, в строительной компании более-менее тут какой-то нету приличной. Частники, значит, строят, да? Строят и продают. Хозяйка. Поэтому от 2 миллионов можно найти дома даже новые с полным ремонтом. Ну, естественно, и 3 миллиона, и 4 миллиона. Вот заброшенный фундамент. Ну, сидят там какие-то люди. А вот тут строится все. Заброшенное. А палубку выстраивают. Будут заливать и строить. Ну, водопровод тут явно будет протянут, да? Электричество есть. Вот я даже вижу газовую трубу. Вот это желтая, это же наверняка газовая труба. Но в основном, конечно, новые дома это без газа. Это будут дома с электрокотлом. И даже мы видели, продавали без отопления, было написано, без отопления. То есть будете себе делать на свой вкус. Может быть, просто повесите, поставите батареи масляные, да и будете обогреваться.
ну что, 3-4 месяца здесь по-любому надо обогреваться. Хоть это и юг, можно сказать, побережье Черного моря, но 3-4 месяца температура близкая к нулю. Как же без обогрева? Ну, плюс 5, это же холодно для человека. Так вот именно, и даже плюс 15 с ветром никто не захочет. Это улица Черноморская, проехали мы, которую сейчас поперек у нас улица Солнечная. Да, поворачиваем Солнечная. На Солнечную, возвращаемся в более старую часть. Копают когда-нибудь тоннель под этой железной дорогой-то? Неизвестно. Ну, неизвестно, проекта нет никакого такого. Писали же они что-то губернатору, ничего им не ответили. То есть они говорили, что вот эту вот развязку делайте, на миллиард сделайте одновременно, чтобы проезд был. Им сказали, нет, проект утвержденный, туда ничего не привяжешь, там все. А какой-то новый проект, ну, надо инициативную группу, мытарить администрацию, писать, направлять, подписи. Повезло, переезд открыт. Да. Шумопоглощающий экран тут построили 3 года назад. Чтобы в деревне не так сильно стучали поезда. Прощай, село Джигинка. Поехали в Виноградный.